немало есть мест, где каштаны цветут, где плещется море, и солнце не ждут, словно милость. Но именно тут, понимаете, именно тут я вырос. Я вырос. Но именно тут, понимаете, именно тут я вырос. Я вырос. Мне город любимый от сердца всего. Безбрежную даль подарил на Приморском бульваре. Ведь я для него, понимаете, я для него свой парень, свой парень. Ведь я для него, понимаете, я для него свой парень, свой парень. Конечно же, свет повидал я не весь, и мне из морей только черное море знакомо. Но именно здесь, понимаете, именно здесь я дома, я дома. Но именно здесь, понимаете, именно здесь я дома. Я дома, я дома, я дома. Thank you.
Стратегический план фашистской Германии предусматривал внезапное нанесение мощного удара с целью уничтожения Красной армии и последующее продвижение вглубь страны. Группа армий «Север» захватывает порты в Прибалтике и Ленинград. Группа армий «Центр» занимает Москву. Группа армий «Юг» развивает наступление на восток. Создание оборонительного рубежа под Одессой в начале августа могло бы задержать противника, оттянуть часть его войск, ослабить его наступление на Москву и Ленинград. Связи с фронтом уже не было. Шифровка пришла только 7 августа в 6 вечера. Директива Ставки Главного Командования от 5 августа 1941 года. Командующему Приморской армии генерал-лейтенанту Сафронову Одессу не сдавать и оборонять до последней возможности, привлекая к делу Черноморский флот. Одессу оборонять до последней возможности.